Всем привет! С вами канал «Все для огорода». Очередной мукбанг. Так, на завтрак. Так, сейчас я... Что я здесь буду есть? Я здесь решил съесть картошку. Вот у меня картошка. Ее надо почистить, естественно. Так, вот у нас картошка. Будем чистить ее. Мукбанг. Сейчас почистим картошечку. Как мы вернем ее. Да, хотел вам сообщить, что... в интернете появилась новая платформа. Называется Ярус. Вы можете ее скачать и грузить туда ролики. Монетизация включена сразу. То есть вам не нужно там эти тысячи подписчиков набирать, а уже как бы монетизация включена. Так, сейчас я помою картошку. Сейчас. Чуть-чуть надо ее промыть. Сейчас будем натирать ее. Вот. Короче, платформа Ярус. Мне одна знакомая говорит, там можно деньги вводить сразу. То есть как наберутся там какая-то сумма, вы ее можете ее вывести на свою карту. В принципе, нормально. А то, блин, у Ютуба какие-то надо 4000 часов набрать, да еще 1000 подписчиков набрать. А там сразу. Я думаю, народу много будет, подтянется. Потому что раз монетизация включена сразу, не нужно идти. Ну, Ютуба раньше так же было. Потом у меня все это дело. Видимо, народу было много. А здесь новая платформа, народу мало. Пока на них идет без ограничения. Называется Ярус. По-английски написать «Я вместе Рус». Вот, открываете и регистрируетесь там. Хотите на телефон регистрировать, можно регистрацию прийти, там QR-код есть. Хотите на компьютер. Вот, в принципе, нормально. Сейчас мы это дело будем съедать. Вот, надо взять вилочку какую-то мою. О, вилка есть. А, перед тем, как есть картошку, надо выпить немножко водички. А водичка как раз будет нужна для выделения соляной кислоты. То есть надо воду, вот я воды налил, вот, надо выпить сначала. А воду надо пить сидя, не стоя, а сидя, чтобы она осталась у нас в желудке. И когда мы стоя пьем, она сразу проходит туда, почкам подходит. Вот, ну что, несоленая картошка. Сейчас будем ее кушать. Она, честно говоря, невкусная. Я, правда, уже 2 дня пропустил, не ел. Надо есть, но можно утром есть и вечером. Несоленая. Ну, мукбанг. Но многие на Яндекс.Дзен переходят. Единственное, что на Яндекс.Дзене, кто пенсионеры, там невыгодно. А почему невыгодно пенсионерам на Яндекс.Дзен? Потому что вы когда заполняете там ИНН, вас переводят уже как в рабочий, то есть пенсионер, работающий пенсионер в эту область. Некоторым пенсионерам, помимо своей пенсии, еще идет доплата. Вот эту доплату вам могут отменить из-за того, что вы переходите в разряд работающий пенсионер. То есть, раз вы подаете ННР в Яндекс.Дзен, то
с вас снимается, это доплата. То есть одна, как бы женщина открылась на Яндекс.Дзен канал, вроде монетизацию какая-то там получала, там по 200, по 300 рублей. Вот. А ей там посмотрела, пенсия пришла меньше. Она начала выяснять, а ей сказали, вы уже перешли в стадию работающий пенсионер. И вот она потом отключила монетизацию на Яндекс.Дзен и совсем оттуда ушла. В общем, невыгодно пенсионерам на Яндекс.Дзене. У кого есть именно пенсия, доплата. Какая-то небольшая, но доплата есть. На Ярус, наверное, это Яндекс.Рус, наверное, скорее всего, новая платформа. Не знаю, там какие есть там это. Не знаю. Просто узнать, есть там это. НН надо отправлять им. Или не надо. Если не надо бы, было бы отлично. Можно пенсионеры бы, которые получают еще доплату, еще бы дополнительные денежки получали от своих роликов. А так непонятно, сколько вы там заработаете, а с вас зарплату еще срежут эту. Хорошая вещь. Картошка. Сырая. На завтрак. Дело в том, что картошка, она очищает печень. Если у вас печень забита шлаками, то картошка будет брать все на себя. Именно сырая, не вареная, а сырая. Раз мы натерли ее так вот вдоль, то здесь это получается пищевые волокна. А пищевые волокна как раз будут с кишок все это дело снимать. Хорошая штука. Еда на камеру. Сырой картошки. На. Попробовать хоть раз. Я первый раз ел, как-то было невкусно. Но сейчас привык. Ем уже 10 дней. Да, еще забыл сказать, что надо, когда вы сырую картошку съели, желательно пожевать прополис, если оно у нас есть. То есть прополис, он работает как антибиотик. У нас будет убивать там разные бактерии. Картошка будет их очищать, эти бактерии. А прополис их убивает как антибиотик. Они вместе, вот там эти бактерии будут уходить. Совсем будут выходить. О, вкуснятина. Вот я съел. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Короче, переходите на Ярус. Многие на Рутуб переходят, но там, где я что-то смотрел, как-то все запутано и мало подписчиков на Рутубе. А вот я думаю, на Яндекс, на Ярус, я думаю, будет больше подписчиков. Единственное, из-за того, что уже монетизация включена. Короче, регистрируйтесь на новой платформе для России. И называется Ярус. Ярус надо писать не по-русски, а по-английски, по-латыни, что ли. Ярус. Вместе. Ярус. Вот. И подписывайтесь на новую платформу. Пока мне сейчас она открыта новая. Вот. Всегда, когда новая открывается, когда все... Всегда все лучше. Потом, может быть, сделают ограничения, также сделают 1000 подписчиков надо себе, как здесь вот. На Ютубе раньше открыл канал, и можно сразу было монетизировать. Это в 2015 году. То есть, даже у вас есть два ролика, и они у вас уже денежки на них капают. А потом это уже
В 2019 году сделали ограничения. Сделали 1000 подписчиков, 4000 часов, и все. И уже эта часть людей, у кого не было этих 4000 часов и 1000 подписчиков, отлетела в сторону. Вот. Ну ладно, спасибо за просмотр. Картошку я вроде съел. После того, как вы съедите картошку сырую, желательно час ничего не есть. Картошку в основном надо есть натощак. За 30 минут или за час до еды. Или после еды, через час. Но я ем всегда за час до еды. Сейчас вот съел картошку, потом я ее что-нибудь еще перекушу. Час пройдет, пускай он там опустится, как говорит француза. Ну, в принципе, вкусно. Без соли, конечно, не очень вкусно, но есть можно. Спасибо еще раз за просмотр. С вами канал «Все для города». Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Я здесь закрыл вот этот полотенцем. Я еще-то здесь не убрал. Здесь у меня стаканчики стоят разные. Тут у нас кухня такая маленькая, блин, здесь некуда их положить-то ничего. Потом разберу, когда-нибудь выкину. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для города». Всем пока-пока.